Дорогие друзья, на библейском портале Экзегет поздравляю друг друга с Рождеством Христовым. Хочется преподнести вам некую открытку, только содержание ее более чем простая поздравительная аппликация или орнамент, или только слова. Обратимся к самой иконе Рождества Христова, которая преподает нам самый урок благочестия и всю полноту необходимых для нас понятий об этом главном событии мировой истории, Бога боговоплощении, как это произошло, что этому сопутствовало. Обратим же свое внимание на, свое внимание на икону Христового Рождества. В центре возлежит Пречистая Дева на красном ложе, как и подобает только что свершивший рождение Бога-младенца — хотя в первые века эта фигура была изображена сидящей, в знак того, что Пречистая Дева не претерпела никаких страданий во время рождения Бога Младенца, ибо ее Пречистое Девство оставалось нетленным и до Рождества, и в Рождестве, и после Рождества. В пещере, которая изображается выше, — возлежит Бога-младенец. Мрачная пещера является образом того мира во тьме и сене смертней лежащего, среди которого, является, среди которого является свет истинный, просвещающий каждого человека, грядущего в мир. И именно на него указывает луч от неба, который включает в себя и Вифлеемскую звезду, это по определению святителя Иоанна Златоуста является ангельской силой, которая э, разумно и целенаправленно вела мудрецов Востока к поклонению Бога младенцу Образ благодати Божий, явившийся э, среди людей в этом мире. В, высшем форме, в этой высшей форме откровение Бога о самом себе воплощении. На него взирают животные, вол, как образ трудничества и конь, как образ стремительности движения к истине. И эти животные согревают младенца своим дыханием среди этой зимней пещеры надо Богомладенцем склоняются ангелы, ангелы же в верхней части иконы призывают пастушков на поклонение Богомладенцу, взывая слава Высшнейу Богу и на земле мир в человецах благоволение небесные силы изумляются тайне Боговоплощения и любви Божьей, которая проявляется в этом величайшем снисхождении Бога к людям. В другом верхнем углу видим мы спешащих на поклонение младенцу мудрецов. Часто изображаются три всадника, один из которых старец, другой среднего возраста мужа, а третий совсем юноша. Эта последовательность говорит о том, что для всех возрастов человеческих. Это чудо актуально и необходимо, и понятно, настолько, насколько может понять верующее сердце великую любовь Божию к падшему и отпавшему от, нему, от него роду человеческому. Пастухи изображаются часто отроками, простодушными, э верными, взирающими э совершенным упованием на ангела, указывающего им путь к Богомладенцу. Иногда они изображаются в таких же соломенных шапочках, в которых мы видим облаченным святителя Спиридона Тримифунского, который в детстве также был пастухом. В нижнем углу омывают младенца женщины. Они этим действием подтверждают подлинность человеческой природы, воспринятой вторым лицом Пресвятой Троицы, потому они с усердием и с изобилием воды омывают его для того, чтобы перепеленать. Таинственная фигура старичка, опирающегося на сухую палку, видим мы перед Иосифом, погруженным в глубокую задумчивость. Его задумчивость благодатная, ибо ангел возвестил ему о том, что дева, обручником которой он явился, не по причине грехопадения оказалась не праздной, а потому, что Бог благоволил ее девственным чревом воспользоваться для спасения рода человеческого, как дверью, которым он входит в общество людей. А вот перед ним стоит некто странный, без нимба, но неотступно вглядывающийся в Иосифа. Есть разные мнения о том, является ли этот старичок одним из ветхозаветных пророков, предвозвещавших явление в мир Спасителя. Немало толкователей склоняется к тому, что это образ помысла, о котором свидетельствует нам Святое Писание, Священное Писание, Святое Евангелие, о том, что Иосифу явился помысел, о том, что невозможно от неукорененной в земле палки произвести, произойти какой ветви зеленой, не может она быть плодоносна, таким образом и дева без участия мужа может ли зачать и это смущение, этот помысел развеяло для Иосифа явление ангела. Но появление такого помысла, однако, отмечено евангелистами. Таким образом, вся икона Рождества Христова есть движение человеческого рода на поклонение к Богу-младенцу. Это икона ныне возлежа посреди храмов православных, призывает и нас активно всей душой, с сердечным теплом приветствовать явившегося Спасителя мира и, участвуя в Божественной Литургии, приобщаясь к святых Христовых тайн, подтверждать и своим причастием святым Господне воплощение, Его смерть в искуплении грехов наших и воскресение из мертвых.